7 ноября в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание «Малое и среднее предпринимательство». На заседании было представлено 4 вида поддержки – стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Тогда за 2 этапа 48 предпринимателей прошли конкурсный отбор. 5 пакетов документов вернули на доработку. В результате все они прошли конкурсный отбор. Предприниматели ответственно отнеслись к данному вопросу, и в их интересах быстрее их доработать и быстрее получить деньги на перечисление. Поэтому все 5 пакетов документов были отработаны быстро, отработаны хорошо, мы их допустили до конкурса. В итоге 53 предпринимателя были допущены до конкурса на общую сумму 29 миллионов рублей. Какая сумма денег достанется каждому бизнесмену, зависела от членов конкурсной комиссии. Каждый пакет документов оценивался по определенной бальной системе и утверждался участниками заседания. Кто за, прошу проголосовать. Там. Спасибо. Напомню, из федерального и республиканского бюджета на поддержку субъекта малого и среднего предпринимательства было выделено 95 миллионов рублей. Очередной этап конкурса завершился. Половина суммы уже освоена. Еще предстоит распределить около 50 миллионов рублей. У нас еще остаются средства, поэтому у нас прошел сейчас еще один конкурс. Он был объявлен с 20 октября по 5 ноября. И на него уже подано более чем 100 пакетов документов. Соответственно, и на сумму более чем 100 миллионов рублей. Поэтому, вот, возможно, мы все эти деньги уже и освоим, которые получили с федерального бюджета. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».